Привет, моделисты и моделистки. Инсталляция готова. После этого я ставлю локомотив на рельсины под напругой. Ну, на часок, посмотреть, что все работает. Если что-то случится, то это случится гораздо раньше. Либо декодер выйдет из строя, либо еще какая-нибудь неприятность произойдет. Но здесь все нормально. Здесь у меня даже стоит уже больше 12 часов. Хожу вокруг него, переключаю свет, к примеру. Проигрываю звучки, потом мы его, конечно, покатаем. Ну и основные моменты, что здесь. Этот PowerPack ESU на двухсторонний такой тейп. Вот такой. Так. Особых хлопов таких нет. Единственное, что места здесь мало. Вот этот PowerPack припаивается на три эти пэд сюда. Вам нужен маленький паяльник. Ну, а в общем, сложностей особых нет. Спикер я поставил ближе к кабине. И как раз там есть вентиляционная, в общем, решетка. Открытое место будет проходить дополнительный какой-то звучок оттуда. Потом тоже здесь под кабиной и впереди есть достаточно много места для, ну, хорошего прохождения звука. Ну, вот такие основные моменты. Использую только Captain Tape, никакой изоленты. Для электрик, там электрической изоленты нет, это все остается. Если она некачественная, то тогда все эта клейкая вещь всегда остается, если вам нужно переделать что-то. А в конечном итоге она просто отваливается. Ну что, сборка. Увидимся на покатушках. Давай.